В Люберцах прошло очередное заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 12 вопросов повестки дня. Среди них прием земельного участка из собственности Московской области в собственность городского округа Люберцы, изменение границ между Люберцами, Лыткарино, Котельниками, Раменским и Дзержинским, а также включение в состав муниципальной собственности автомобильных дорог местного значения. Предлагается данное решение включить 12 дорог общей протяженностью 4,5 километра, которые расположены в поселках. Напомню, что данная инвентаризация проводится в рамках после объединения в городской округ Люберцы и, скажем так, наведения порядка с хозяйным имуществом. Все решения депутаты городского округа Люберцы приняли единогласно.